Два приятеля, 23-летний сочинец и 25-летний уроженец Абхазии, промышляли в основном в селе Веселое на улице Худякова. Они заходили в подъезды многоквартирных домов и кусачками перерезали тросовый замок. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение злоумышленников и доставили их в отдел полиции. Уже установлена причастность мужчин к 5 кражам. Общая сумма ущерба более 200 тысяч рублей. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Ведется следствие. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто пострадал от действий данных лиц, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102.